Отже, дуже скоро на Миколаївщині суворе і прискіпле журі обере справжню королеву, королеву Побужжя. Як це буде відбуватися, розповість організатор конкурсу краси «Королева Побужжя» Руслан Нерода. Доброго ранку. Отже, мабуть, всі миколаївські чоловіки, все шановне панство, вже зібралося вітати королеву. Але її спочатку треба обрати, правда? Да. Що впереді? Долгие дни отборов, и конкурс серьезный, поэтому там будет не только кастинг, но потом еще между кастингом и самим конкурсом будет обучение девочек, будут хореографы с ними работать. Три раза в неделю. То есть это не просто пришли, выбрали королеву, и на этом конкурс закончится. З чого він буде починатися? Давайте по порядку. Саме перше, вже 12-го числа буде кастинг. Якого? 24-го, вибачаюсь, буде кастинг, куди можуть прийти всі бажаючі, подати анкету, вже буде журі їх відбирати, там будуть професіонали, там ще не буде людей з народу. Всі бажаючі – це хто? Мы делаем упор, ну, у меня была такая задумка, чтобы это были все-таки больше девочки из районов. Це дівчата якого віку? От 17 до 27 лет и жительницы районов. Так, отже, завдання організаторів, наскільки я розумію, привернути увагу до місцевих красунь, правда? Тому що в місті дівчат якось більше можливостей, вони більше можуть показати себе, кудись вийти, взяти участь у якихось конкурсах. А в районі, в селищах, десь далеко від міста, дівчата не менш прекрасні, але вони обмежені у своїх можливостях. Отже, тепер у них така можливість є – показати себе та інших подивитись, правда? Совершенно верно. Іменно така задумка для наших дівчат із сіл, из сельской местности, там тоже очень много красоток, и у них нет возможности приехать в город и соревноваться там с городскими девочками. Поэтому мы придумали, организовали для них такой конкурс, где они могут прийти, не стесняясь, и выступить, посоревноваться между собой. На справжней сцене, так? Да. Будет кастинг уже в цю субботу, он будет відбуватися у Варварівці. Варваровка. Дом творчества. Раньше был кинотеатр, теперь это Дом творчества. Если я не ошибаюсь, как он правильно называется? Луч, промень. Я думаю, что все знают, где он. Что чекает на претенденток? Ой. Аж страшно. Аж страшно, да. Конечно, будет очень много испытаний, как во всех конкурсах красоты. Нужны будут самое, наверное, такое непривычные для девочек, нужны будут выходы в нижнем белье, на каблуках, то есть в купальнике на каблуках, чтобы жюри увидели, как девочки подают себя, двигаются, как стесняются, не стесняются, то есть... Так, це суворе випробування для дівчат, але, мабуть, ще більш суворе для жюри. Хто ж буде в жюри? В жюри будут, как я уже говорил, те люди, которые впоследствии будут заниматься с девочками. Это будут хореографы, постановщики, ведущие шоу. То есть те, кто непосредственно будет потом ответственный за шоу. За шоу. Але дівчатам не тільки на каблуках і в купальниках прийдеться дефілювати і показувати себе. Мабуть, крім краси тіла, ще вимагається показати і красу душі, і свої таланти? Обязательно, звісно. Конкурсы будут у девочек самые разноплановые, но изначально обязательно нужно будет, чтобы девочки представились, их будут слушать, будут смотреть, как они себя подают. Поэтому это одна из составляющих. Конечно, надо будет говорить, надо будет не только показывать себя. Можно будет говорить и показывать свои таланты, так? И танцы, и спевы. Конечно. Чему научилась? Ну, я думаю... то именно таланты уже будут подбирать в процессе подготовки, будут у каждой девочки подбирать таланты и помогать им
эти таланты потом показать уже в конкурсе. Тобто, якщо людина ще не визначилася із своїм талантом, педагоги їй допоможуть. Да, конечно. Ну що ж, це великий шанс для кожної з претенденток на королеву, на корону королеви. А але сам конкурс, це тільки буде кастинг у суботу, так? Да, на який можуть прийти всі бажаючі. Абсолютно. А яких, якісь обмеження будуть? Ну, будем... Кого не пустите? Пускать будемо всіх. Не буде таких, кого ми не пустимо. Звісно, постараємося по можливості давати більше можливості дівчатам виступити. Але, як я сказав, пріоритет у нас все одно і упор буде іменно на сільських дівчаток. То есть, если при прочих равных между городскими и девочками, жительницами районов, будем выбирать жительниц района. Потому что хотим, чтобы конкурс был именно вокруг них. Містянки нехай вместе своему сидят. Я думаю, что у них много возможностей проявиться и без нашего конкурса. Но если девочки придут, то пусть участвуют. Финальный этап конкурсу. Это будет справжнее шоу. Что будет відбуватися? Чего вы чекаете? На финальный этап наши организаторы... Такие райдеры выдают, и там сложные у них претензии к звуку, звук должен быть идеальным, хотя вроде там не будет там каких-то сложных вокальных или инструментальных выступлений, но все равно очень серьезный подход к звуку, к освещению, к сцене. Мы целый день провели, выбирая сцену и как, сколько девочек можно разместить. То есть, все по-дорослому? Все, да, все очень взросло. В этом весь смысл, что в районах очень мало таких статусных, хороших мероприятий. Не просто там шоу талантов, как обычно, там, алло, мы ищем таланта, а вот именно такие взрослые, серьезные мероприятия. На это весь упор. Вы робите життя цікавим для молоді? Для молоді и для сельской молоді, наверное, так будет правильно. Ну що, тоді запрошуйте потенційних учасниць. Всіх, хто ще не глядачів. Да, всіх, хто ще не позвонив або не прислав анкету, або ще думає. Кстати, дуже багато питань було. А що, можна участвувати? От самий розпространений вопрос, який нам задають. Да, можна участвувати, можна приходити в суботу в 12 часов на кастинг. Нічого не стесняться, нічого не боятися. Никто там ужасных злых людей нет, все добрые, хорошие, поэтому не стесняйтесь, девочки, приходите, не надо забывать, что главный приз у нас 10 тысяч гривен, но будут еще и призовой фонд большой, будут и утешительные призы, поэтому никто не проиграет, это точно. И конкурс сам будет у нас 12 ноября. Так что все желающие, приходите, звоните, телефон есть, афиши расклеены. Если кто не знает, где куда обратиться, то может обратиться в районный совет или посмотреть в Фейсбуке группа «Королева Побужья». Так, оце куди звертатися? Отже, в соціальних мережах шукати вашу групу, або... Так быстрее всего. Або шукати вас і вже знаходити інформацію. Или в Фейсбуке тоже «Нерода Руслан». Я отвечу на всі питання. Ну що ж, дякую, бажаю вам успішного ходу конкурсу і найгарніших дівчат його учасниць. Дякую. Всім успіхів, всім перемог, всім гарного настрою.